Поддать, что ли, пару? Батат! Батат! Нет! Оберег! Всем хай! С вами Юджин, и сегодня, друзья, мы с вами играем в новую игру от Chillus Art, которая называется The Bathhouse. Новый J-horror, очень стрёмный и очень круто выглядящий. Мы уже видим по менюшке, как круто выглядит эта игра. Я что подумал, что в отличие от рубрик, которые у нас прям вот еженедельно выходят, ежедневно, я бы даже сказал, мы очень редко с вами играем в хорроры. И вот, наконец-таки, хоррор нам подвернулся. Ну что ж, давайте приступать. В баньку сходим, попаримся как следует. Ах, хорошо будет. Поддадим пару. Побьем друг друга вениками. Что там еще делают в бане? О, блин. Какой-то я сразу немножко напрягся внутри. Это очень неприятно. А почему? А что он там хлыщет? Кого? Кого-то по заднице хлыщет прямо в бане. И я не мог двигаться. И это была заставка. Я устал от работы в компании. Мне нужно бросить работу. Это вредно для здоровья. Вот не то, что банька. Вот в баньку сходить клево. Уволиться и уехать в деревню. Но у меня нет таких денег. Мне кажется, наоборот, для деревни не очень-то и много денег нужно. Вот в городе жить, это да. Что за листовка? Вот оно. Аренда бесплатна, если работаешь в бане. Чего? Как это так? Сейчас же им позвоню. А типа баня нанимает людей и дает им на халяву жилье? Давайте выезжать. Кому он сказал? Кому он сказал, давайте выезжать? Нам? Зрителям? Итак, день первый, судя по всему. Тут опять будет эта штука с четвертым днем. Номер 203. Сначала мне нужно принести свои вещи. Ой, хорошо, ой, хорошо, ой, плохо. Плохо, слишком мышка чувствительная. Давайте меньше чувствительности. Угу, угу. Во, подлагивает, но это бывает. Кто ты? С ним нельзя поговорить. Что-то он мне показывает. Такой, братан, я рад, что ты здесь. Ой, нет, он хочет делать то, что не нужно делать никогда, друзья. Никогда не курите, это ужасно. Значит, берем коробку. Куда мне ее отнести? В комнату 203. Судя по всему, вон она, подсвечена. Так, мы можем бегать, это хорошо. Так мне нравится картинка. Она вроде бы очень нереалистична, но в то же время суперреалистичная как будто. Мне очень нравится. Это интересный стиль. Я не могу пройти. А, стоп. Вот, идет. Ой, что такое ты неприятное? Арендодатель, ты воняешь. Вы должны принять ванну. После того, как вы закончите перемещать свои вещи, приходите встретиться со мной в местной бане. Есть что-то, что я хочу вам сказать. Здесь. Это ключ к вашей квартире. Добро пожаловать в город. Просто какой-то рандомный чувак, который просто сдает мне квартиру. Встретимся в бане. Я бы никогда в жизни не пошел, да. Ладно, хорошо, открываем дверь. Сейчас мы быстренько все занесем. Оу. Оу, ой-ой-ой, вот это клоповник. О, зато звукоизоляция просто прекрасная. Что мне делать-то? Что мне делать? Ладно, видимо, положить сюда нужно вещь. Которую я не... Здесь я не могу даже пройти сюда. Я не могу положить вещь. Стоп. А, коробка есть. Все, понял. Теперь все понятно. Чувака уже здесь нету. Хорошо. Но здесь за домом. Здесь все будут сушить свои вещи. Но почему-то здесь никаких вещей пока нету. Как будто бы и в доме никого нету пока что. А ты живешь здесь? 107-й, скорее всего, он тут живет. Так, берем. Он мне, естественно, не поможет. Ну и черт с ним. Мы быстренько сейчас все сами сделаем. Почему я не могу зайти? А! Нужно постоянно ключ применять. Ну, я правильно делаю, что запираю за собой квартиру каждый раз. Потом... Очень напряжно вот это, когда внезапно сверчки отключаются. Последняя коробка. И мы будем готовы встретиться с этим прекрасным чуваком в бане. Он мне кое-что покажет. Интересно, что он покажет мне в бане? Все, задание выполнено. Это что... Чисто салфетки мне, да? Окей, хорошо. Я так понимаю, больше никаких у меня заданий нету, кроме как пойти в баню. А где здесь баня? Стало темнее или мне кажется? Что это? Что это такое? Что это за столбы странные? Ну чё, куда? Наверное, сюда? Другого варианта тоже не вижу. Что? Кто? Кто это издал? Кто издал этот звук?
Тут что, open world? Это оно? Это та самая баня? Монах, посмотри, кто у нас здесь. Новый, который я предполагаю. Мы приветствуем вас с распростертыми объятиями. А, я понял. Качество перевода здесь очень клевое. Улыбка. Вы усердно работаете, чтобы снова запустить баню. Я слышал. Я бы не сделал этого, если бы я был тобой. И вообще, я чувствую, что согласиться с вами я сильно, сильно рекомендовать. Как будто бы эти люди все пытаются говорить по-русски, но ни хрена не понимают, что они несут. Вы стали здесь, в моем храме. Конечно, я занят сейчас. Конечно. Ты один послушный ребенок. Боги рады услышать это от вас. Улыбка. Что ты делаешь? Что это? Он помахал, он меня просветил, осветил. Там вы защищены. На данный момент. Улыбка. Пожалуйста, приходите в любое время. В любое время, когда ты чувствуешь. Каждый раз, когда я чувствую, я приду. Странный. Улыбка. В следующий раз, когда ты придешь, вы должны принести мне предложение. Денежное предложение. Или боги отказаться от вас. Окей, кажется, мне все-таки придется переводить каким-то образом, интерпретировать для вас то, что мне говорят. Он сказал, что мне нужно будет деньги в следующий раз приносить, иначе боги от меня отвернутся. Понятно. Зачем мне нужно, чтобы он меня освещал? И это я не знать. Сюда нужно будет что-то вешать. Или, может быть, мне просто говорить, как все они тут говорят, и тогда не будет проблем. И вы все внезапно адаптируетесь и будете воспринимать речь как нормальную, адекватную. Однако мы уже в какие-то дебри ушли. Использовать удочку. Это еще и симулятор рыбалки. Я наловил кучу рыбы. А это что? Что-то древнее. Знаете, мне кажется, тут будет как в «Унесенных призраками». Я сейчас пройду через какой-нибудь туннель и окажусь в бане, той самой бане Хаяо Миядзаки. Чё? Рыбу! Я повесил рыбу сюда! Что? Стоп. Что это такое? Что это я выловил? Журавль, клоун из Макдональдса и... Окей. Окей. Пойдемте дальше. Игра пока немножко меня путает. Она показывает мне весь мир, прежде чем я попаду в баню. Весь мир этой игры. Видимо, чтобы я узнал, какие здесь есть приколы, механики. Мусорная зона. Окей. Сюда нужно будет выбрасывать мусор. Здесь замок. Это баня? Ой, как внезапно стало тихо. Это баня. Это точно баня. Здесь должен быть чувак этот. О, как хорошо. Я прям не раздеваясь просто зашел сюда, в парилку. Войти в бойлерную. Ну, пойдемте в бойлерную. Чувствую, мне здесь еще рано быть. Крышка заблокирована. Она откроется только после слива воды. Но сливной пробки нет. Это еще предстоит выяснить, друзья. Нужна сливная пробка. Короче, ходи здесь где хочешь, делай что хочешь, и потом ты постепенно будешь находить предметы и как-то их сопоставлять с нужными местами. Почему в этой бане никого нету? Неужели никто не откликнулся на предложение халявного жилья? Тук-тук! О! Вот ты где! Он всегда здесь стоял, или я его не заметил просто? Эх, так ты пришел. Добро пожаловать. Вы видели флаер, верно? Не нужно платить арендную плату. Вы работаете в бане без аренды. Ой, в вашей комнате нет душа. Итак, у вас нет выбора. Если вы работаете здесь, вы можете использовать ванну в конце каждой смены. Похоже, сделка, да? А у меня есть выбор? Нет. Хорошо, сейчас. Давай начнем прямо сейчас. Глянь сюда. Пожалуйста, выполните все задачи, написанные на этой доске. Если у вас есть вопросы,
оставьте себе. Запустить баню несложно. Удачи. Ой, ты что ко мне подошел? Посетитель на подходе. Реально, как в «Унесенные призраками», теперь я должен обслуживать здесь всех в бане, хлыстать их веником, мыть их, драить им все грязные ноги. О! Итак, а что на доске написано? Погодите, вытереть. Полотенце, на. Бритва, на. Ты что, будешь бриться здесь в бане? Зарплата? Тебе? С чего? Ну ладно. На, 100 йен. Стоп. Или что это? Или это мне зарплата? Включить музыку? Давайте включим музыку, что ли. Чего? Это не очень успокаивающая музыка. Что мне делать? Ладно, положи деньги. Все. Мы приняли оплату от него. Вот оно что как. Вытереть. Я... Ой. 29-летняя женщина пропала из деревни. На прошлой неделе. Пропавшая 29-летняя жительница. О! Погодите, я новости смотрю. По данным полиции, она пропала после разговора с женщиной 60 лет. Ты! Это ты, которая живет неподалеку. Ты! Что ты сделала? Все, иди отсюда. Сдачи не будет. Иди отсюда. Полотенце? На! Хорошо, она пошла. А, это женская раздевалка, это мужская. Это японский знак женщины, а это знак мужчины. Нет, они одинаковые. А значит, это просто логотип бани. Рыбка такая своего рода. Похоже же, что посетителей больше нет. Нажмите Space, чтобы вздремнуть. Ну что, вздремнем, наверное. Черт! Что случилось? Горячая пошла внезапно. Пойдемте посмотрим. Что с вами, сэр? Что с вами? Что это было? Я видел что-то в комнате сауны. Не могли бы вы проверить это для меня? В комнате сауны? А где комната сауны? Где комната сауны? Я здесь в первый раз работаю. Ты, наверное, лучше знаешь. Вот здесь сауна. It's okay. Здесь нет никого. Все нормально. Все в порядке, сэр. Было что-нибудь? Клянусь, я что-то видел. Это место дает мне крики. Оно мне крики дает. Мурашки, короче, по телу идут. Я не здесь. А где ты? Если ты не здесь. Ты сумасшедший. Ты спятил, покинь мою баню, ты псих, ты хоть вытрись. Прям на мокрое тело оделся. Не надо мне тут. Как мне вообще зайти сюда? Как мне пройти? Все. Я не знаю, как мне войти. Вот видите, можно прибраться. А, прибраться, хорошо. Метла, как мы быстро нашли, как прибраться. И чё, как прибираться этой метлой? Чё конкретно нужно делать? Наверное, вот это дерьмо вытереть, да. Вот так вот. О, фига себе. Елозим. Неплохо. Справляемся хорошо, быстренько. Ненапряжная работа, на самом деле. Тем более, если нам дадут потом помыться. И, кстати, да, у нас реально дома нет душа и туалета. Я этого не заметил как-то. Я увидел только кровать и все. Чё теперь? Вытереть пол. Но я сделал это. Сделал ведь? Я больше не вижу пятен никаких. Стоп, может быть, нам нужно в женскую пройти? Как нам пройти? А, никак. Мне не нравится вот это. Почему оно ограждено так, словно это полицейское расследование какое-то проходит? Нам не нужно ничего в бойлерной, и в женскую часть мы не сможем зайти, никак. Это ужасно. Стоп, почему это никак? А, здрасте. Такая девушка, как ты, идеально подходит для предложения. Стоп, я девушка? Я девушка играю? Для какого предложения? О чем ты говоришь? Да, вот мы зашли на женскую территорию. И здесь надо тоже как следует помыть полы, чтобы к завтрашнему дню все блестело. Чтобы довольные, пухленькие, мокрые тела наслаждались комфортом и расслаблением.
Работа окончена. Принять ванну. Ей! Какую? Какую ванну? Где ванная? А! Смотрите, вот это что такое? Сходить в душ. Вот это сходить в душ. Что это? Это детский горшок. Какой это нахрен душ? Знаете, часть хоррора этой игры заключается в том, чтобы понять, как конкретно сделать базовые человеческие рутинные штуки, типа как принять ванную. Для меня это просто окунуться в бассейн. Нет, давайте примем его. Написано же принять ванну, а не принять душ. Да, мы просто присели на эту штуку и начали поливать себя водой. Какая... Смотрите, здесь отражение есть, это неприятно. Я не могу полностью повернуться. А чё я сел так? А чё я сел не вот... Тут же страх. Мы приняли? Встаем? Чё-то я опять включил? Все? Как мне? Что? Что? Кто-то шлепает сзади! Вы чё? А! Обезьяна! Какого чёрта ты делаешь здесь? Надо выгнать макаку. О, а вот это уже не обезьяна, это что-то пострашнее. Это ж прям рядом со мной. Это ж прям вот здесь. А я даже не вижу. А я даже и не вижу. Не ведаю я, что происходит. Кто-то ходит там. День второй. Акимура Майна. А, я решил прямо здесь развесить все. Я решила, да. Я же девушка. Не сразу это было понятно, что я девушка. Надо было как-то это уточнить. Оп, смотрите, у нас есть холодильник, но он пустой. Незажиточно мы живем. Какой ужас. Ладно, давайте выходим отсюда. Наверное, нам нужно на работу. Если мы хотим дальше жить в этой квартире, хотя, я не знаю... Я не знаю, насколько мало денег было у этой девушки, когда она жила в городе. Что даже приедя сюда и не платя за аренду, она не может наполнить свой холодильник. Хотя бы чуть-чуть, хотя бы вот прям совсем по дэхе. А это что? А вот же туалет. А вот же. А нам уже дали ЗП? Дали ли нам ЗП? Вот это интересно. Пойдемте посмотрим. Вон монах стоит. Монах! Благослови меня. В настоящее время, если вам нужна дополнительная помощь, перейти к ящику для океана и воплотите молитву. Ящик для океана. Это какой? Что за... Какой ящик предназначается конкретно для океана? Возможно, имеет в виду этот пруд. Оп, смотрите, загорелась прям табличка. Возможно, возможно, да. Вот здесь удочка. Че, давайте попробуем использовать. Сейчас мы что-то поймаем. Да, мы поймали. Я даже не знаю. Мешок. Мы поймали мешок. А что там? Это часть сюрприза. Сейчас мы развесим и поймем. Это как киндер-сюрприз. Вешаешь. Оп. Еще какие-то коллекционные стикеры, таблички. Я не знаю, что это такое. Не хочу тратить здесь время просто так. Нас будут ругать. Погодите, что с вами? Что с вами? Кто-то умер? Я не могу... Я не вижу лица. Какая-то бабка старая. Это с вами, когда поговорили, потом исчезли? Чё? Посетитель на подходе. Все, встаем за стойку. На ресепшн. Кто? Кто войдет? Кондиционер. Хозяйственное мыло. Шампунь. Погодите, вы в банях? И бреетесь. И стирайте вещи, и мойтесь, полотенце и ЗП. ЗП, конечно, возьму, вот полотенце, извините, надо было деньги потом давать, после того, как я полотенце тебе дал. А теперь все, как бы, валить, погоди, стой. Вытереть, что? Пятна на стенах, узнать, почему растут счета за электричество. Почему растут счета за электричество? Что за фигня? Принеси мне выпить за 15 минут. Понятно. Что? Полотенце-то возьми. Как так внезапно прекратилась музыка? Он как будто угрожающе это сказал. Или я так перевел? Я не знаю. За 15 минут, что ли? Блин! Да ты чё входишь так? Я только здесь, чтобы найти серьгу, которую я бросил
Боже! А мы так просто поверили, пропустили. А вдруг ты просто здесь, чтобы смотреть на голые тела? Это я здесь за этим, судя по всему. О! Кто это? Привет! Вы можете войти. Кто это? Загадочная девушка. Кто-то прошелся здесь, как ветер. А, погодите, вот она стоит. А что ты так стоишь? Как мне выйти отсюда? Что мне... Она исчезла. Это так все странно сделано. Ладно, давайте включим музыку. Да. Неплохо. Yes. Нажмите space, чтобы вздремнуть. Окей, спим. Прошло около 15 минут. А, я выпить не принес чуваку! Нужно сделать этому мужчине напиток. А какой... Чего? Напиток, хорошо, наверное, вот здесь в автомате купим газировочку. Нет! Ему нужно сделать напиток. Особый напиток. А, вот напиток. Ладно, это подойдет, надеюсь. Ты чё? Кайфуешь здесь или как? Хорошая девочка. Слушай, почему ты здесь работаешь? Я не имею никакого выбора. У тебя всегда есть выбор. Вы хотите работать на меня? Такая девушка, как ты, могла бы легко сделать в тысячу раз больше, чем ты сейчас зарабатываешь. Что ты думаешь? Давай не будем тратить здесь свою драгоценную... Там что-то с дверью произошло. Жизнь. Я не заинтересована. Жалко. Он мне предлагает вебкамить? Вы думаете, что вы больше, чем вы на самом деле стоите? Лучше будь осторожна. Я здесь хорош. Если бы это не я, ты действительно не будет выбора. Я ничего не понял из того, что ты сказал. Уж очень коряво переведено все, что ты говоришь. А, опять насрали? Нет, на самом деле нету пятен. Это не пятно. Иди давай отсюда. Угрожай тут мне. Ты кто вообще такой? Да хрен ты выйдешь. Да хрен. Слушай. А! Ты куда меня за грудь схватил? Извращенец, пошел отсюда! Какая у меня задача? Вытереть пятна на стенах. Ладно, значит, здесь должна быть тряпка. Ага. На стенах... О, нет. Да, да, я так и подумал. Свет вырубился. Надо подумать, как снова включить его. А, смотрите, я вышел на улицу. Во! О, точно, провода огромные сюда тянутся. Вот где я должен быть. Вот где... Что? Что? И как? И что ты хочешь от меня? Может быть, с другой стороны обойти как-то? А! Тихо. Вот. Вот же еще что-то есть. Магазин техники. Чем мне... А, вот, войти сюда. Новая локация внезапно. Этого я никак не ожидал. О, здоров! Это ты! Или не ты? Дэнко. Вы не похожи на такую девушку, которая может позволить себе вещи. Это просто продавщица. Эти приборы, они мои дети. Не стесняйтесь взглянуть. Просто одна вещь. Абсолютно без бартера. Ты меня слышишь? Типа я могу... Что это? Ключ. Как ты думаешь? Что ты по-твоему делаешь, а? Это же... Погодите, но мне нужен этот ключ, чтобы в щиток заглянуть. У меня пробки выбило. Как... Какого фига вообще здесь у тебя происходит? Что это? Пожар... Ага, я должен отвлечь ее. Так, мы такие идем, смотрим, просто взглянем. Такие... Оп, незаметно нажать. Хо-хо-хо. Она меня вообще не подозревает. Что ты делаешь? Это случайно. Фу. Берем. Доберись. Вы взяли ключ. Он должен быть за магазином. Хо-хо-хо-хо. Наколол я тебя, нагрел. Stupid bitch. Вот такой я хитрый. А, идем сюда. Есть! Просто рубильник находится здесь и закрыт. А ключ находится у женщины, которая заведует магазином. Что за схема? Теперь прибраться. Наконец-то. Наконец-то, наконец-то. А где? Пятна на стенах. О, теперь я их вижу. До этого что-то не было видно.
Ну чё, давайте трём. Вот. Где ещё? Где-то чё было, по-моему, нет? А, вот он. Натюрлих. Белиссимо. Где-то ещё? А, в женской части. Вот. Вот кто тут эти пятна оставляет? Я не понимаю. Какого фига? Это же не пятна, а какие-то, знаете... Это как в Half-Life, когда гранату подорвал, остался такой вот след. Чё, мы закончили или как? Ты что? Ты пятно в виде девочки! Работа окончена, принять ванну. Но я ж не стёр! Это девочка! Это пятно-призрак! А, вот. Ну ладно, давайте примем ванную. Да, я сказал принять душ, чё ты... Нет, не тормози! Вон она. Блин, она станет живой. Настоящей девочкой. Как Пиноккио. Только Пиноккио. Блин. О-о-о, опасно. Ох, не люблю я бани. Не люблю бани, вот что-то я. Слышите? Общение. Со мной общаются. Пиноккио, это ты? Так, все окей. Кажется, все хорошо. Пятно в порядке. Мы осмелились и решили принять классную ванну. Большую. А, расслабон. А, нет! Это девочка из пятна. Уходи, уходи, уходи. Некомфортно, это все некомфортно. Я должен что-то сделать? Я должен выйти? Пробел, чтобы поспать немножко в ванну. О, воу! Что? Сюда можно нажать, но... А, блин! Чё-то я испугался немножечко. Это было страшно. А там что? Кто-то с той стороны ходит. Ну ведь все. Какого дьявола? Стоп, не в ту сторону. Баня закрыта. Все только для меня. Быстро вышел отсюда. Кто бы ты ни был! А, оно само. Надо выключить. Блин, надо все выключить. Хорошо. А! В бойлерной! В том месте, где опечатано. Правильно? Что это? Где мы? О, нет. Мы закрыли. Мы закрыли. Теперь сюда нельзя. Третий день Акимура Майна. О, а это что такое? Что это? Выдернуть? Кого выдернуть? Это больше похоже на дырку, в которую надо что-то вставить. Что я выдернул? Вот то, что тут висело. Это были волосы? Что это значит? Что я выдернул? И куда я это делал? То, что я выдернул? Ладно, нет времени, нет времени. Надо пойти на рыбалку сначала, а потом снова на работу. Ну ладно, давайте ловить рыбу. Вот эта странная штука с ловлей рыбы, я пока не понимаю. Мы каждый день должны это делать? А, я имею в виду, должны ли мы это делать в принципе? Ну а если мы вот сюда? Погодите, ну вот мы поймали еще пачку. Может быть, попробуем еще одну поймать? Итак, я несу, судя по всему, последний улов, потому что на этот стенд можно только одну линию вывесить. А сюда и на все остальные по три. Я не знаю, в чем прикол. Ну вот, мы все поймали. Абсолютно все. Что скажешь? В настоящее время, если вам нужна дополнительная... Перейти к ящику. Слушайте, я не могу. Настройки. Давайте изменим язык, это просто отвратительно. Все, я перезапустил игру, включил английский язык. Конечно, пришлось снова побегать, вот половить эти стикеры из прудика. Так, теперь, если нужна помощь, улыбка, подходи к коробке подношений.
А, нужно туда кинуть деньги, будет получать. Но это не сейчас, у меня этого нету. Ладно, 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 ладно. Все, теперь... Стоп! Пропавший кот, нет. Нет. Вау, что за вонь, что за вонь? Бедная обезьянка. Все, здесь закрыто. Теперь только женское отделение работает. Идет клиент. О, все, понеслась. Ну давайте, только отсюда получается. А точно? Ну как будто бы здесь. Или здесь. А-а-а. Дай мне шампунь. Шампунь? Сейчас дам. Получай. Полотенце, получай. Еще одно полотенце? Получай. И оплату отдавай. Вали. Там кто-то еще за тебя стоит, я вижу. Это девочка, она кажется странной. Почему она не заплатила? Или это мать ее принесла? Это что, новенькая? Новенькая девочка? Подожди, она про меня говорит? Она говорит, что я странная. Так всегда, знаете, сумасшедшие считают других сумасшедшими. Че у нас там? Вау, ты че здесь? Тут закрыто. Челопин пришел. Эй. Че за унылое лицо? Тебе помощь нужна? Но ты вроде как в порядке. Тебя любят челотеки. Человеки, наверное. Тот факт, что ты здесь, доказывает мне это. Я дам тебе это. Дух челотеков. Береги его у себя. И у тебя будет полное здоровье. Что? Челотеки? Челопин! Челотеки. Всегда с нами. Некоторые зовут его богом, но по-настоящему, по-правильному, мы называем его челотеками. Понятно. Пожалуй, возьму. Еще один оберег. Челопин. Видимо, спасибо у челотеков. Ну что ж, с вас 100 йен. 1000. Блин. Что? У меня нет таких денег. Челобин. Осторожнее, девочка, пока челотек не покинул тебя. Челобин, челобин. Иди-ка ты домой. Тут вообще закрыто было. Так, кажется, я могу спать начать, наверное. Челобина меня еще накинул сверху. Вау, какого? А, телефон? Алло. 8, 1, 2. Че? Че это было? 812. Это пароль. Пароль от чего-то. Помним. 812. 20. Что? Что? Мне не нравится этот вид в ее глазах. Этот взгляд. А! Девчонка, как ты! Идеальное подношение. Вы что, охренели? Вы тут все... Вы тут все челобины. Это все на сегодня. Давайте посмотрим. В списке написано, что нужно baking soda. Нужно какую-то baking соду принести. Печеную соду из магазина конфет. А почему из магазина конфет? Чего? Из магазина конфет? Ладно, хорошо. Тут кто-то ходил, я слышал. Или никто не ходит? Хорошо, пойдемте в магазин конфет. Я так понимаю. Они все оккультисты. Неприятно. Перестань, перестань, ты говоришь? Привет, рад с тобой познакомиться. Хочешь картошку? Да? Спасибо. Однако у нас есть политика спрашивать несколько картофельных вопросов, прежде чем ты получишь право есть ее. Где растут ботаты? В грязи? Верно. В земле. Где мы их собираем?
Когда мы их собираем, точнее? Куда я знаю? Летом? Неверно! Ты не только позор для всех картофельноедов в мире, но и также для всей человеческой расы! Приходи снова и попытайся снова. Ладно, давай попробуй. Эй, я пришел. Хочешь картошку? Да, давай. Ну что ж, давай, начнем. Первый вопрос. Где растут? Это мы уже знаем. Верно. А когда мы их собираем? Мы ответили весной, а теперь осенью. Верно! У бататов растут цветы? Давайте загуглим. Погоди, чувак, сейчас узнаем. Я не знаю ничего про бататы. Растут, да. Как они выглядят? Как тюльпан, как утренняя глори. И за что за утренняя глори? И данделион. Но больше как морнинг глори. Верно! Ты знаешь все о картошках. Последний вопрос. Какой лучший способ есть батат? Ртом. Значит, запеченный в микроволновке. Жареный в масле? Неверно! Позор! Блин, заново? Он так поет, меня бесит. Хорошо, давайте варить. Неверно! Хорошо, stone baked. Отлично! Ты доказала, что ты достойна моих сливок. Что? My cream? Моего крема? Что ты за... Какого крема твоего я достойна? Что за намеки? Of the crop potatoes. Короче, давай картошку мне. Вот. Наслаждайся. Но не ешь слишком быстро. Сохрани это. Да, спасибо за батат. Чё еще? Все. Якимо. Успокаивает, на самом деле, теперь эта песенка. Умиротворяет. Где магазин конфет? А, стоп, в магазин пойдемте. Вот, похоже на конфеты. Нет, это жвачки. Candy store. Погодите, в эту сторону candy store. А, да, заходим, все правильно. Якимо. Знаете, это прикольно на закате это петь, а потом спать ложиться. Какой огромный магазин. И выглядит очень пустовато и невесело как-то. А, боже мой. Девушка, у вас красивые глаза. Забавно, что говорят про мои глаза, так как мы глаза всех остальных персонажей практически не видим, они в тени. Возможно, мы единственные, у кого глаза не в тени. Можно я посмотрю поближе? Да, можно. Извини. Я не могу помочь. Я не могу устоять, когда вижу такое... Такие сияющие глазки. А. Все, довольна? The missing cat poster. А, я спрошу ее про постер пропавшего котика. Тама-чан, если найдешь ее, я дам тебе специальный подарок. Особый подарок. Особый подарок? Хорошо. Прикольно, что здесь есть сторонние квесты. Короче, нужно, получается, найти кота теперь. О, чувак стоит. Где? Где? Кот? А, нашел. Забрал. Так, о, исчез. Не успел поговорить с чуваком. Блин, зато кошку нашел. Не дергайся, господи, не царапайся. Пожалуйста, специальный дар. Вот тебе кот. Это ваш кот? Тама-чан. Добро пожаловать. Спасибо вам, дорогой молодой человек. Что, я девушка. А теперь дар. Специально для тебя сделала. Заботься об этом, хорошо? Что это? Погодите, тут ключ. И кукла. Ключ? А что за ключ? От сундука. Что это? Baking soda! А зачем она мне? Я забыл, для чего соду. По-моему, в бане что-то нужно было с содой сделать. Окей, а, нет, смотрите, мы просто сделали, выполнили это задание, достали baking soda и все. А что с этим делать, непонятно, ладно. А теперь нужно ржавчину убрать с душевых леек. А, ну пойдемте уберем. А я не могу сюда пробраться. Так как?
Где мне тряпку-то взять? Знаете, или сода это... Да, это специальное средство для того, чтобы ржавчину убрать. Вот оно как. Ладно, где еще? Вот. Сейчас мы быстренько это сделаем. И, кажется... А, вот ты еще где. Не так много работы, не совсем пыльная работа. Вы закончили! Примите душ! Хорошо. Итак, мы знаем, что происходит обычно, когда мы принимаем душ. Но я надеюсь, что сейчас ничего страшного не произойдет. Пока я принимаю здесь душ, такой уязвимый весь. Ничего страшного не случится. Почему здесь такое горит страшно так? О, вода закончилась, что ли? Что за нафиг? Ну-ка, давай мойся. Или мы все? Или мы что? Это пятно неприятное такое. Что? Это просто мне показалось. Всего лишь мое воображение. О! Кто-то здесь рядом. Ой, мама. Кто-то моется рядом. Теперь сауну примите. Что, прям вот эту сауну? А, что за вспышки? Тут женщина мыла же прям. Мы все видели. Закрываемся. Че, что, поддадим немножко, да? Ах, пыш, 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 пыш. Хорошо, что пара побольше было. О, ох, сейчас распарю свое жирное тело. А, хорошо. Дать поддадим. У-у-у-у. Может быть, слишком жарко. Главное не переусердствовать, а то начнутся глюки, и я буду видеть призраков банских. Что за звуки? Чего такое? Какое-то приглючило меня хорошенько. О, неожиданно, ладно. Подожди. А, чё, где это мы? Что это? Чей-то балкон. Что бы это значило? Что нам показывают? Опа, бабка идет на детскую площадку. Это та бабка, которая сказала, что из меня выйдет хорошая жертва для приношения. Что ты делаешь, бабка? Что она там делает? Нам нужно будет проверить. Четвертый день. Хорошо, я так в сауну сходил. Снова? Ты снова здесь? Что? Что это было? А, фу. Ладно, давайте вытащим. О-о-о! Там кто-то есть! Я просто из кого-то что-то вытаскиваю, походу. Слышите? Ветер. Так, здесь ничего нету по-прежнему. А что за батат? В чем прикол батата? Погодите, давайте зайдем обратно. Мы не можем. Ладно, игра явно хочет, чтобы мы сходили туда, где была бабка на детской площадке, и узнаем, что она там делала. Ты вот здесь, да, сидела. Что-то там закапывала, да? Это единственное фото, что у меня есть. На память о ней. Кто эта девочка? Она моя внучка. Она... Чё она? Она была здесь? Она умерла здесь? Может быть, дать ей что-нибудь батата? Хотите? Это похоже на вашу внучку? Вот у вас будет второе воспоминание о ней, нет? Полотенце? Черт с вами, я пойду в баню. Пойду с оберегом, конечно же. О, открыто заведение полностью теперь. И для мужчин тоже. Идут клиенты. Ладно, давайте примем спокойно клиентов с нашим оберегом. Так, с какой стороны зайдет? Вот отсюда, походу. Ой, блин! Хорошо, что нужно сделать? Оплату принять. Что дальше? Полотенце дать. А, у меня еще одно есть. Набери. Нет? Не надо. Мыло для тела. Забирай. И шампу. Бери. Вали. Все. С глаз долой. Drains. А, нужно что-то там бойлерное сделать. И туалетную бумагу пополнить. Кто здесь что ходит? Опа. Что? Маленький ребенок забежал! Сорванец в женскую сауну побежал! Ты что здесь ходишь?
Я... Покричать маме. Мать! Эй! Эй, мать! Что там с ребенком твоим происходит? Твой ребенок плачет. Мичи. Кто? Кто? Мичи, это ребенок или мать? Пойдемте сами посмотрим. Ты че ноешь? Из тебя кровь. Моя рука! Помогите мне! Давайте помогу. Батат, хочешь? Нет. На тебя оберег. О, боже мой, как мне тебе помочь? Я даже и не знаю, есть аптечка здесь? Куда она делась? Мать. Куда мать делась? А что это? Аптечка? Здесь лежит. Здесь лежит аптечка. Там, где душ и сауна. На, бери. Помогите мне! Да что тебе помочь? Все еще болит. Мама. Она засунула мою руку. Засунула руку в вентилятор. Ты, мать? Что вы сделали? Она меня спрашивает. Я не могу поверить, что вы ранили моего сына. Я никогда больше сюда не приду. Стоп, погодите. Я руку засунул в вентилятор. И что? Что это было? Она даже не заплатила, по-моему. Или заплатила? Кто там еще? Стоп. Тут что-то было? Можно было открыть? Нет? Кто там? С другой стороны. Здесь? Кто там? А! Спокойней, аккуратней. Хорошо, что кто-то пришел. У меня закончилась туалетная бумага. Можете принести больше? Почему вы в женском туалете? Вы же мужчина. Я ошибся. Но мне надо было очень сходить. Пожалуйста, принесите бумагу, спасибо. Блин, ладно, хорошо. Ошибся, ну конечно, ошибся. Ну конечно. Так я и поверила. Знаю я таких. Стой, да блин. На, бери. Вы спасли мне жизнь. Она очень... О, теперь все сухо? Что? Вот так. О! И куда-то убежал. Все сухо. Что значит все сухо? Что он там вытирал? Надо теперь прочистить здесь все. Ладно. Что имеется в виду? Вот, наверное, взять... Ага, слив, да? Очистить слив. Типа вот это? А, нет, вот это вонючий. Фу. О, какой кошмар. Ладно, кропотливо, но мы справимся. В конце концов, халявное жилье, мы помним об этом. И ценим это. И очень этому рады. Примите душ. Ну давайте. А, кого-то там фотограф. Может быть, там и есть фотограф. На самом деле, я же не понимаю, для чего нужно разделять женские и мужские. Тут и так все ходят, куда хотят. Вау! Она сидит здесь, прямо сходу начинаются скримеры. Ты кто такая? Что ты тут делаешь? Как тебе помочь? У меня оберег есть. Батат. Что тебе дать? Ключ от моей хаты. Если я повернусь, и ее не будет. Она здесь, она здесь. Ты здесь? Ты можешь на меня не смотреть? Купайся там сама по себе, пожалуйста. Мне нос начинает чесаться, что я чувствую, что сейчас что-то будет. А, стоп, надо же помыться, да. Она ждет, пока я начну мыться. Я моюсь. Закрывать глаза не буду, даже несмотря на то, что вода льется. Так, ну-ка, вынырнула быстро. Заглянуть. Сейчас она пугает. Ну сейчас что-то будет пугательное. И там кто-то еще рядом стоял. О, мы разозлили. Не надо было смотреть, да? Мы разозлили. Что делать? Что делать, блин? Поддать, что ли, пару?
Батат! Батат! Нет! Оберег! Все! Оберег же есть! Я в текстуру упал. Меня убило? Конец игры, я погиб. Пропавшая девушка. Это я. Я пропала. Майна Акимура. Это я. Я пропала. Не надо было мне предлагать ей батат. Моя сестра давно не выходила на связь со мной. Она сказала, что она была в депрессии и поэтому ушла с работы, уволилась. Я слышала, что она направилась в тихое место в горах и работала в бане. Она не отвечает на мои звонки, но, может быть, она занята? Я волнуюсь за нее. Надо бы как-то ее навестить. Я отправляюсь в ее квартиру на ночь, чтобы поговорить с ней. Стоп. Пятый день Акимура Ерена. Это типа как Елена, только Ирина. Эй, Ирина, ты в порядке? Ты выглядишь не очень. Я уверена, твоя сестра в порядке. Уверена, она просто... сейчас ей тяжело, вот в общем и все. Ирина, если тебе понадобится помощь, позвони мне, окей? Хорошо, Махо. А теперь удачи. Твоя сестра ждет. Это... Одна из концовок, или это так и должно было произойти? Я не знаю. Теперь мы играем Ереной. Внезапно другая сестра. Надо посмотреть в комнату моей сестры. А это сестра машины. Машина сестры. Это мои шмотки. Окей. Ну вот, заходим. Кажется, ее нет дома. Да как мне быть тогда? О, блин! Вот ты что, ты так подкрадываешься к... Ты сестра Майны? Добро пожаловать. Привет. Ты говоришь, моя сестра работает здесь? А, это я говорю. Стоп, кто сейчас говорит? Лендер Лорд говорит. Он. А почему? О, да, она работает. Однако она отправилась в путешествие с друзьями несколькими. В данный момент. Она скоро вернется. Меньше, чем через неделю. А могу я остаться и подождать ее здесь? Конечно! О, но комнаты... Нету, у нее нету ванны. Это необходимое условие для резидентов использовать баню мою. Хотите поработать немножечко, пока ждете свою сестру? Что скажете? Вы можете остаться здесь бесплатно, если согласитесь. Конечно, звучит весело, если я могу бесплатно здесь пожить. Замечательно. Давайте начнем с сегодня, хорошо? И не волнуйтесь о том, что не знаете, что делать. Это не так сложно управлять в бане. Все, вот тебе ключ. Хорошо, я иду. Что мне, идти или как? Что мне делать? А, в 205 теперь остаюсь. Окей. И она точно такая же? А, это дырка. Дырка. Стоп, сейчас будет кукла в крови. Положить мешок. Сумку, точнее. Погодите. Возможно, сейчас будут какие-то временные сдвиги, и я буду просовывать своей сестре какие-то волосы. Тут даже холодильника нету! Ладно. Идем в баню тогда, получается. Что еще поделать? Других вариантов нету, но сначала к священнику. К монаху, точнее. Это не священник, просто монах. А вот уже наша сестра все вы... А монаха нету. Все выловила. И как бы... Вот такие дела. Я не знаю, что мне теперь делать. Смотрите. Что? Написано. Вы можете взять любые доски, которые вам нужны. Сколько хотите. Не могу взять ни одну. Вообще ни одну не могу взять. Ну, раз я не могу ни одну взять, тогда пойдемте отсюда.
Прямиком в баню, наверное, сразу, да? Зачем тянуть кота за яйца? Так, мы здесь. И опа, идет клиент. Да, но мы-то уже знаем, что делать. А значит, и она знает. Помыть полотенце нужно будет потом. Ладно, ждем. Блин, это кукла. О, здравствуйте. Полотенце, бери. Деньги дал. Стоп, это жетон какой-то. Что мне дал? 5 йен. А что, не могу положить деньги? Принесите больше бревен в бойлерную. Нужно будет бревна нести оттуда. Здрасте, деньги дала. Вот это она похожа уже на деньги. А то какой-то сраный жетон. Полотенце бери. Иди отсюда. Что? Что? Она превратилась в красивую молодую девушку. Майна? Сестра? Это ты? О. Так, непомытые полотенца. Где их помыть? Я хрен его знает, где их помыть. Сначала сестру. Ты кто? Ты она? Это Санами. Что это? Ванная холодная. Это ведь не холодная ванна. Вы видели мою сестру? Чё? Я здесь одна. И меня не волнует ваша сестра. Мне нужна горячая ванная. Я не могу поверить в это. Я заплатила за что? Извините, бойлер не работает в данный момент. Так подчини его. Я буду ждать в сауне до тех пор. А там кто-то постучал, позвенел, дзынь-дзынь сделал. Воу, блин, да как тебе... Мацуна. У тебя не так мало времени осталось. Тебе не следует быть здесь. Полотенце жри. Окей, что это здесь? Конфетки. Как мне помыть полотенце? Я не знаю. Тут вообще... О, открыто наконец-таки. Где здесь стиралка? Окей, давайте так сделаем. Пойдем за бревнами. А сколько нужно бревен, интересно? Ой, надеюсь, не куча. Надеюсь, не куча бревен нужно. Все, берем. Я взял 3 полена. Хорошо будут гореть, я думаю. У меня осталось мало времени. Я только сюда пришла. О, погодите. Ключа нету. Нужно будет найти. Это квест. Это сайд-квест. Че, go в бойлерную? Погодите, это что? Что здесь сюда нужно? О! Этого недостаточно. Нужно больше древесины. Погоди, а это что? Вот еще древесина. И еще нужно 2. Блин. Кто-то уже до меня принес древесину. Нужна древесина. А как раз таки 2 здесь осталось в топке. И последняя партия древесины отправляется в топку. Так, надо пойти сказать этой женщине, этой истеричке, что все нормально. Так, ты где? А, она в сауне сидит. Сестра? Сис! Я тебя искала! Майна. Ук! Чё за нафиг? Погоди! Погоди, а где женщина? Сестреночка моя! Куда делась? Сеструля! Сестра? Ты здесь? Погодите, 5 йен. Может быть, я могу их кинуть как раз-таки вот сюда, в эту коробочку. Итак. Да. Опа, что-то получим. Вытащить. Приз. Это религиозная вендинговая машина получается. Что это такое я взял? Кусочек газетки. Чай, куда мне его деть? Что мне с ним делать? Жалко, я не могу даже прочитать эту газету. Опа, опа, ты чё? Ты чё такой? Это ворон. Что у тебя? Что у тебя в клюве? Надо что-то дать. Батат, конечно. У меня же нет батата. Батата было у сестры. Без батата. Ах ты, издевательская игра. Посмотрите. Посмотрите, куда положили предмет. Да как его можно было заметить? Ай, бэтч. Что это? Что это такое?
Это ключ от квартиры сестры. Все, теперь я знаю, куда нужно идти. Теперь я точно знаю, что нужно будет осматривать максимально местность, прежде чем уходить дальше. Итак, заходим в квартиру сестры, а тут... Смотрите, еще одна кровать. Кого она себе подселила? И телек уже успела купить. Когда она успела столько заработать? Вентилятор. Батат! Ха-ха! Так. Посмотреть под татами. Кто-то в окно стучится? Кто в окно? Или? Это ко мне! Опять! Опять! Видите? Это волосы! Итак, что это такое? Еще одна газетка. И дневник Йоко. Почему меня все так ненавидят? Все говорят за моей спиной, игнорируют меня, когда я говорю с ними. Что я им сделала вообще? Все в моей жизни покатилось по наклонной, пока я не встретила его в этом храме. Он так обо мне заботился. Он любит меня. Он говорит, что нам нужно продолжать отношения, держать отношения в секрете. Почему держать в секрете? Все, что я хочу, это чтобы он был рядом со мной. Я так счастлива, когда могу быть с ним. Кто? О чем ты? О ком ты? И мне нужно, получается, зайти сейчас в мою квартиру. И там будет что-то ужасное, страшное. Идем. Кто там? Использовать ключ. Да. О, никого. Никого. Хрен его знает. Но я знаю, что я взял батата. Скорее всего, батат нужно на вороне использовать. И там будет какая-то карточка, какая-то айдишка. Ну чё, ворона, сейчас мы тебя накормим. Вкуснейшим бататом. Оп! Что я взял? Тихо, тихо, тихо. Жуть, жуть. Шои. От замка Шои. Ключ от замка Шои. Это вот это? Есть! Что это? Trash place. От помойки ключ. Как хорошо. Труба, чтобы высушить бойлерную. Быстрее. Ура, наконец-таки. А там-то мы что найдем, я даже не представляю. Но я рад, что мы начали продвигаться. Да. Да, отсоси, да. Давай, скорее. Ну, все, спасибо. Что это? Полотенце можно кинуть. Это стиральная машина, это не бойлер. Все, стирайся. Блин, эту стиралку нужно саму постирать. Все, отлично. Работу выполнили. О, это мой первый рабочий день, между прочим. Так как я не моя сестра. Я здесь впервые. Че, куда полотенце? А, нужно положить их вот сюда, скорее всего, да? Ей! Примите в ванную. Ну, давай. Я буду на горшке сестры сидеть. И приму здесь душ. Так. Сразу на меня смотрят или как? Нет. А я ж сестра. Я вообще... О! Да я отвратительно... Когда помоюсь. 5, 4. Воу! Что это значит? 5 минут! 5 минут, чтобы сделать что-то! 5 минут, чтобы помыться и уйти! Какого дьявола? Воу! Что это? Уточка? Что? Надо все расставить по местам? Это я... Откуда я знаю? Откуда я знаю? Ладно, горшок сюда. Горшок сюда. Горшок. Все? Блин. Ты думаешь, я запомнил? А здесь что? Здесь куда чё? Я не знаю. Я вообще без понятия. Я просрал. Ладно. Уточка. Ну, скорее всего, уточка вот сюда. Пусть здесь плавает, да? Или сюда. Шампунь, да пусть сюда. Ой, нет, это точно не сюда. Стой. Вот сюда. Стоп! В зеркале отражается. Что?
Наверное. Что у меня? 3 минуты! Хорошо. Вот здесь должен быть тазик. Тазик! Правильно! Блин, как все непонятно. Я только тазик и вижу. Стоп. А рядом с тазиком стоит горшок. Я что-то не понимаю, что здесь показано. Погодите, показана не стена-то вообще. Показано... Вот это убрать? Нет. Вот это сюда. А тазик вот сюда. Потом, что у нас еще есть? Что мы еще добыли? Все забрать! Я просрал, наверное. Так, забираем. Я вообще не понимаю, что ты от меня хочешь, игра? Вот где здесь написано, где должен стоять шампунь? Ну там тазик, ладно, это бы хорошо расположили. Все супер грамотно. С этой стороны вообще что нужно поставить? Еще один горшок. Да я не знаю, что ты от меня хочешь! Горшок сюда поставлю. Хрен с тобой. Шампунь! Шампунь! Кондиционер! Все, и оберег! Все, работа выполнена! Я не знаю. Сейчас меня убьют. Конец. Все, плохая концовка, да? Вот она. О, прости, ты недовольна, да? Недовольна моей работой! Бегите в апартаменты. Окей. Да, вытереть, вытереть. Все? Нет. Оно поглотило меня. Черт, оно прям со мной. Как я успел так? Время еще есть. Что там у меня? Оберег, оберег, оберег. Какие апартаменты? Свои? Все, забегаем. Черт! Почему я погиб? Почему я погиб? И как неприятно я погиб. Это было очень жутко. Это очень страшно звучало. Хорошо, пробуем снова. Снова! Зачем тогда нужно было бежать в апартаменты? Короче, снова, походу, нам сейчас нужно будет пытаться собрать это все. Все? Нет. Я не понимаю, как понять... Бегите в апартаменты? Чего? В смысле, бегите в... Мне не дали? Мне не дали? Мне не дали? Черт! А в какие апартаменты надо бежать? Сестры? Блин, как что-то жутко это все. В чьи апартаменты бежать? В сестринские? В свои? Я успел? А теперь я успел? А что так темно здесь? Оп. Лягу, посплю? Не надо, не надо, не надо, не надо. Нет. Девочка из пятна пришла. Черт. Я прям готовился к страху, но оно сверху. И оно меня тащит. Оно сверху на меня спустилось. Этого я никак не ожидал. Куда ты меня тащишь? Ай, шея напряглась. Сейчас голова отвалится, кажется. Куда меня несут? Опять в баню? Ты неправильно поставил горшки. Все заново. Ты не улизнешь от работы. Да, меня в ванную. Обратно. Оп, клиент зашел. С работником на плечах. Она меня прямо обратно принесла. Походу, я должен снова попытаться, да? Оу, нет, что происходит? Что происходит? Что ты делаешь? В бойлерную несут. Нет.
Я не могу двигаться. Чувак взорвался. И из крови его вылезла девочка. Так вот, как дети на свет появляются. О, а это кто? О, нет. О, почему люди лопаются? Перемещение очень неприятно, она перемещается. А. Куда она пошла и кто это? Это внучка этой бабки? Она утонула в этой бане. Баня. Очередной шедевр от Chillus Art. Погодите. Мне этого недостаточно. Я не принимаю это. Нам нужно понять, что будет, если мы соберем правильно. Надо понять, как, во-первых, собрать правильно, расставить горшки, шампуни, чтобы было прям четенько. И посмотрим, что из этого будет. Может быть, мы спасемся тогда. Получим хорошую концовку, все будем счастливы. Я попробовал перезапуститься и кое-что подглядел. Оказывается, можно просто выкинуть эту чертову куклу. И что-то нам даст. И также я вернулся в комнату сестры. И посмотрите, здесь что-то изменилось. Календарь, во-первых, весь в волосах. И... Опа, смотрите, еще одна... Во-первых, эта кукла вернулась. Газета. Женщина 20 лет пропала в публичной бане. Безработная женщина Йоко Унукуба, 29 лет, которая ходила... одна в публичную баню, а в полицейский участок сообщили, что сосед сообщил, что она не появлялась дома. Полиция начала ее искать утром 10 января, но не нашла. Дальше что-то написано на другой стороне. Inside the ashes. Там, где прах. Где прах? Зачем мне вот это снова? Я что-то не понимаю. Там, где прах. А где у нас... пепел. В бойлерной? В бойлерной, где мы жгли вот эти вот бревна. Смотрите, вот это что такое? Tongs. Что это за... Какие-то tongs. А, щипцы. Искать? Да, можно искать. Хм, ничего не нашла. Здесь ничего не нашла. Мы что-то сейчас тут найдем, точно. Вот здесь. Да? Ха. Ха. Что-то нашла. Ключ. От бойлерной. Вот это что ли? Мы проходим дальше. Опа, погодите. Мы на улице? Нет, нет, в люк пока не хочу. Пока не хочу, это стрёмно. Давайте осмотрим, что здесь есть. Мы можем вот так вот по кругу пройтись. И здесь ничего не найти. Зачем? Зачем это такая местность большая? Мы должны в люк спуститься. О, господи. Хорошо, с этой стороны что-нибудь есть? Наверняка какой-нибудь бонус найдем. Так... Ни хрена не нашли, ну все. Ладно, я просто прогулялся. Теперь собрались с волей нашей. Всю ее в кулак собрали и в люк. Какой-то, блин, люк. Что мы здесь забыли? Зачем... Читать газету. Да, мы это читали. Кукла? Нет. Стоп. О, я могу присесть. Оказывается, на си присаживаться. Никто этого не говорил в игре. Где я?
Что? Я не знаю, что мне поможет спастись, если вдруг чё. О, там кто-то на цепи сидит. Записки монаха. Заставить ее полюбить себя, обрюхатить ее, убить ее перед тем, как она родит ребенка. У нее был мальчик, а я думал, я убил ее перед тем, как она родила. Убить ее сына. Hold off. Придержать. Запереть женщину в бане. Вынудить ее пожертвовать женщины на ее выбор. Пожертвовать первую, пожертвовать вторую и пожертвовать третью. Список дел маньяка, сектанта. Сейчас мы разрежем цепь. А это что? Засумонить Убума. Пожертвуйте человеком, которого выбрало проклятие. А потом вы будете освобождены. Однако должна быть кровь принесена от трех женщин. Бедные женщины, почему вашу кровь постоянно пытаются принести? Дневник владельца дома. Мне страшно, я не хочу умирать. Если бы я не помогал этому монаху у нее было прекрасное лицо. Он должен был оставить ее в живых. Он сказал, я проклят. Это его вина. Он сказал, проклятие убьет меня, если я не принесу жертву, не заставлю жертву, женщину работать здесь. Я не знаю, правда ли это или нет, но я довольно-таки крепкий здесь в деревне. Я не хочу умирать. Я придумаю способ получше. А мне не остается ничего, друзья, кроме как перерезать эту цепь. Где? Где? Блин, да мне страшно туда идти, я не хочу. Ладно, ладно, готовьтесь. Ребят, возможно, сейчас будет очень громко. Вот так видно край комнаты этот, но там никого нет уже. Чё теперь? Ладно, пойдем поздороваемся! Оно исчезло. Оно исчезло! Я освободил его! Я правильно делаю, что иду? Окей! Походу, это все. Походу, теперь мне нужно принять ванную. Наверное. Я кучу предметов собрал. Я не знаю просто, что сейчас будет. Вот я приму ванную. Что-то изменится? Ладно. Пробуем. Вообще поменяется ли что-нибудь? Потому что больше ничего нету, ничего не остается больше мне, кроме как, да, увидеть себя прекрасную. Бегите. Бегу. Блин, это страшные звуки. А, это я издаю их, потому что я же что-то там тру рву. Так, красный ключ, кажется, мой, да? Красный ключ мой. Бегом, 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 бегом. Просто, просто бежим. Просто бежим. Быстро бежим! Хоп! Есть! Слушай, как вижу, как сучка. О, ладно, извините, друзья, просто что-то очень нервозно. Ну, погодите, но то же самое происходит. Но должно что-то измениться, не зря же мы это сделали, правильно? О, блин. Сейчас она на меня нападет. Как громко!
Да, меня снова несут, но все то же самое, блин. Да, я не понимаю, я освободил нечто, сущность, может быть, жертву какую-то, дух. И это все? И меня опять куда-то несут в баню. Возможно, надо было как-то победить там, при расставлении предметов, и это бы меня спасло. Возможно. Но я уже и не знаю, друзья. Уже и непонятно. О, нет, погодите. Другая заставка уже. Во. О, нифига себе. Это монах и владелец бани и апартаментов. Они сгорели теперь оба. Сначала водичка из него вылилась, а потом они загорелись. Это стало... Это другая концовка. А вот кто-то лежит. Перед баней. Баня сейчас вся сгорит, правильно? Вау, какое пламя. Такое кислотное пламя. Кто это? Когда я проснулась, я лежала в госпитале. Отлично! Возле меня стоял доктор и полицейский офицер. Доктор сказал: «У вас тело полностью раздроблено. Пожалуйста, скажите, что произошло?» Кажется, меня забрали в больницу на скорой. Я... то есть сразу же поняла ситуацию и рассказала полицейскому все, что произошло. Я поняла ситуацию сразу и рассказала полицейскому все, что произошло. Это два раза эта строчка почему-то. Ну ладно, ошиблись, видимо. Полицейский посмотрел, выглядел очень взволнованным и сказал: «Никто не должен жить в этой деревне. Не должно быть никого, кто живет в этой деревне», полицейский сказал. Две очень одинаковые фразы, но как будто бы немножко разные. Типа, никто не должен жить в этой деревне, ну, в смысле, лучше тут никому не жить. И потом, здесь не должно никого жить в этой деревне, как будто бы всех надо убить. Я сказала полицейскому: «Что?» Люди, которых я встречала, что с ними произошло? Я пытаюсь очистить мою запутанную голову. Что? Перед тем, как я отрубилась, мне кажется, я увидела старушку, которая подошла ко мне. Интересно, она ли вызвала эту скорую? Если бы не она, я бы, наверное, погибла в пламени. Нет, я бы погибла даже перед тем, как бы приехала. Потому что те двое хотели убить меня. Они пытались убить меня. Монах и владелец квартиры. Они, наверное, хотели принести меня в жертву этому призраку. Это был тот человек в подвале, кто сжег их. Это был человек в подвале. Кто был этот человек? Неужели этот человек исчез после того момента? Я... не знаю, куда он пошел. Призрак Йоко? Наверное, бедняжка. Зачем я поехала в это место? Как я могла поехать в это место, когда... пойти в это место, когда там ничего не было? Что я должна была там делать? Почему я работала в этой бане? В чем был смысл? Я не могу вспомнить. Почему? Почему я... Я оставила что-то важное. Я оставила что-то важное там? Кто такая Майна? Она не помнит? Она не помнит ничего теперь внезапно? И даже не помнит свою сестру? Запутано! Очень запутано, друзья, я считаю. Слишком запутанно, но офигительно. Я рад, что я переключил на русский, с английского на английский, извините, я уже запутался, видите?
И так хотя бы более понятно, о чем там говорят, потому что, боже упаси, такие переводы. Это прикол китайцев, они очень не разбираются в русском языке, и они переводят через тупой переводчик. И как перевело, так оно и публикуется. А, это японцы, извините. Это японская компания же, да. А теперь давай, покажи мне хорошая концовка. Вы получили хорошую концовку. Ну, естественно, я получил. Я заслуживаю хорошей концовки. Что ж, друзья, вот она, очередная игра от Chillus Art. Как всегда, она сумасшедшая, непредсказуемая, запутанная, ничего не понятно, но очень-очень-очень нервозно, интересно и крипово, как всегда. Я получил удовольствие, надеюсь, что вы тоже. Огромное всем спасибо, друзья, что смотрели. Надеюсь, что вам понравилось. Если так, то ставьте лайк. Не забывайте, что у меня есть второй канал. Там публикуется все, что не вошло вот сюда, в этот канал. Поэтому заходите туда обязательно и смотрите, радуйтесь. Также не забывайте про мой Дискорд, Телеграм, Инстаграм. Все ссылки будут в описании. Ну а с вами был Юджин, друзья, и всем пять!